Всем привет! С вами Эвелина Уан и Варун 09. Здравствуйте! С нами рубрика «Шахматные этюды», бриллиантовые, «Этюды бриллианс», 1927 год, сочинил Гуревич. Гурвич. Сори, а мне вот все Гуревич, кажется. Гуревич еще не родился. Гуревич еще не родился. Опубликовано это в Бакинском рабочем. Ну, смотрим, что за позиция. Так, сразу видим, лишняя фигура у белых. Матовая сетка какая-то, может быть. Ну, матовая сетка, вполне возможно. Итак, мы должны выиграть. По материалу все тянет на то, что будет ничья просто-напросто. Одного коня разменять сейчас, и будет ничья. Но мы же не хотим ничьи, давайте попробуем выиграть все-таки. Здесь, наверное, кони должны как-то прям прыгать. Ну что, попробуем тогда сыграть. Сейчас съедят его, поэтому надо убирать. Да. Конь h8, вроде, казалось бы, вынужденный ход. А куда еще его убирать? Конь g5, что ли, играть? Король d7, на второго ход нападаем. Король d7, значит, второй, сейчас коня мы... Так, конь f6, шах. Правильно. Пока движемся правильно. Король c7. Король c7, c7, угу. Нападает на нашу слоняру. Ну, может быть, слон a8? Или съедаем пешку просто и все, в наглую. Пешку брать не рекомендуется. Не рекомендуется. Но давайте тогда так сыграем. У нас на связке сейчас прогорят два слона. Да. Ну что? Слон А6, значит, сыграно. Слон Д4. Ну, слон Д4, да. Так, давайте спасать. Сначала одного. Шах. Конь Д5. Пешка забирается. Угу. Так точнее гораздо. Король d6. Король d6. d6. Извините. Так, вот здесь мы. Король d6. Угу. Продолжает напирать на нашего коня. Так, конь висит, этот конь висит. Давайте как-то спасать. Так. Ну что, спасаем коня. Одного хотя бы. Конь g6. Конь g6. Король бьет d5. Ну вот. Мы отыгрываем сейчас свою фигуру. Король бьет e4. Вот шах. Король e5. А, король e5 не может сыграть. Сюда. Вынужден отдать. Ну вот, поэтому я говорю, что я еще удивилась, думаю, ну вот мы забираем свою фигуру и остаемся с лишним конем. Включи стокфиш, это теоретическая ничья или посмотрим что сейчас. Это? Ну, у белых лучше. А дело все в том, что мы один ход неверно сделали. Посмотри внимательно, точненько, после король бьет e4, что нужно было сделать? Так. Поспешили мы. Ах, вот оно что. Ну что ж, ну давайте посмотрим. В этот раз не угадали. Куда ему уходить? Уходить ему только остается никуда. Видите? Красивый мат, да? Сразу непонятно, что это доски мат. Кажется, можно уйти сюда, но никуда из этих полей уйти нельзя. Да, красиво. Красиво. Блин, очень красиво. Гурвич, ну, я хочу вам сказать, вы большой оригинал, молодец. Будьте с нами всегда, и вы узнаете очень много интересного и полезного. Пока-пока.